господа, леди и джентльмены, значит, для торжественного открытия первого концерта ударных инструментов в школе Табакова за 30 лет я приглашаю на сцену директора музыкальной школы Руслана Георгиевича Милаева. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу всех нас поздравить с тем, что, вот как сказал Александр, что за почти 30-летнюю историю мы доросли до того, чтобы сделать полноценный, хороший, и все мы надеемся, что это будет качественный, интересный концерт ударных инструментов. Ударные инструменты – это инструменты, которые являются самыми древними инструментами в мире. И это самая многочисленная группа инструментов. И, конечно, сейчас современная музыка, ну, ее трудно представить без таких богатых красок, которые демонстрируют ударные инструменты. Я хочу пожелать всем участникам концерта всем удачи и показать свои самые лучшие качества. Я думаю, что все мы поддержим их аплодисментами. И все получим истинное удовольствие. Спасибо. А теперь, значит, на сцену приглашается ведущая концерта. Это мой большой друг, блестящая флейтистка, музыкант, умница Анастасия Акимова. Добрый вечер, дорогие друзья. Сама не знала, что я такая прекрасная. Очень здорово. На сцену вот такие слова, и давайте будем начинать наш громкий, ударный, самый громкий за всю историю, наверное, музыкальной школы номер 83 концерт. Открывать его будет замечательным произведением Макронцева «Песенка фронтового шофера» в переложении для ударных инструментов Якушкина Евгения Петровича, Гончар Сева, Дуров Елисей, Трофимов Ваня, Грандеев Филипп, Вранько Леша, класс преподавателя Якушкина Евгения Петровича, концертмейстер Фирсова Ирина Александровна. А начнем мы все-таки с «Заиграй, моя волынка». Да, правда? Русская народная песня. Интересно, но... Да, давайте все-таки начнем с «Заиграй, моя волынка» в таком случае. А перейдем на песенку фронтового шофера. Я думаю, тогда, когда Саша скажет. Thank you.
наверное, концерт ударных инструментов. Это тот концерт, в котором всегда на сцене происходит такая движуха, такая отдельная совершенно театральная постановка, как они все это двигают, выкатывают что-то большое, потом еще больше. В конце концов, уже просто детям стоять, наверное, будет негде. Это будут одни сложные ударные инструменты. Вот, и сейчас пока камерное произведение. Как вы знаете, да? Произведение для двух или нескольких инструментов называется камерное. Будем считать, что сейчас у нас на сцене камерный дуэт. Исполнять этот дуэт будет «Восточный танец Бутова». Дуэт для двух барабанов. На сцене Алиева Рая и Мунтрик Клеменс. Класс преподавателя Анабричука Владимира Петровича, концертмейстер Елизарова Екатерина Сергеевна. Преподаватели Якушкина Евгения Петровича, концертмейстер Фирсова Ирина Александровна. Ксилофонов. Исполняет Резникова Дарина и Горбачев Роман. Класс Анапричука Владимира Петровича, концертмейстер Елизарова Екатерина Сергеевна. Thank you.
с вами совершим легкую телепортацию за океан и увидим, как там веселятся ребята. Лафренье, Рэгтайм. Исполняет Зайцева Оля, Маклуфи Майк. Он-то, наверное, знает, как это там происходит. Лукманова Диляра, Стивко Сергей. Класс преподавателя компанейца Александра Сергеевича, концертмейстер Фирсова Ирина Александровна. Танец девушек из балета «Галине». Исполнять его будет Сидорин Коля, класс преподавателя Напричука Владимира Петровича, концертмейстер Елизарова Екатерина Сергеева.
оно началось, готовится какая-то опять огромная батарея. Знаете, что в музыкальной школе имени Табакова, номер 83, работают очень смелые люди. Я вам сейчас расскажу, почему. Вот как вы думаете, кто-нибудь отважился бы, кроме 83-й музыкальной школы, человека с фамилией Шуберт отдать на удар? Вот как вы думаете? Впервые такое происходит именно здесь. Больше нигде это невозможно, честно вам скажу. Сапьер Смеянцев исполняет Шуберт Киллиан. Класс преподавателя и компаньонец Александр Сергеевич, и это не удивительно совершенно. Помогать ему будет хор Лучики, руководителя Бобровой Нины Аркадьевны, концертмейстер Фирсова Ирина Александровна.
на концерте ударных инструментов, оказывается, еще и танцует. Сейчас вы это увидите и услышите. Неизвестный автор «Под небом Парижа». Исполнять эту музыку будет Зайцева Оля на вибрафоне, глаз-компанейца Александра Сергеевича. И лауреаты международных соревнований, призеры чемпионата Москвы и России по бальным танцам Пташинская Настя и Сошнев Андрей. Концертмейстер Фирсова Ирина Александровна. Thank you.
после классики джаза мы с вами услышим ту самую музыку, которую принято называть настоящей классикой. Иоганн Себастьян Бах. Первая часть «Аллегро» и скрипичного концерта «Ля минор». Лауреат конкурса «Дети и музыка» Жердев Михаил будет исполнять эту музыку. Класс преподавателя компаницы Александра Сергеевича и концертмейстер Фирсова Ирина Александровна. Танцы. Трио исполняет Жердев Михаил, Стевко Сергей, Карандеев Филипп, руководитель ансамбля компаниец Александр Сергеевич.
еще похлопаем, правда? Если хочешь. Передохнем. Мексиканские танцы. Исполняет Джердев Михаил, Шмидт Алексей и Стивко Сергей. И еще компаниец Александр. Руководитель ансамбля компаниец Александр Сергеевич. Thank you.
Жизнь прекрасна своими контрастами, не правда ли? Просыпаться мы с вами будем под марш. Бриттен. Марш из свиты «Музыкальные вечера». Исполняют Джердев Михаил, Шмидт Алексей, Стивко Сергей, Кабакова Полина, Маклуфи Майк, Зайцева Оля, Карандеев Филипп, Мундрик Клеменс. Руководитель ансамбля, компаниец Александр Сергеевич. Давайте мы похлопаем вот сейчас всем, кто до этого был на сцене, громко-громко. Здорово. Спасибо большое. Вы тоже большие молодцы. Вы замечательные слушатели. У нас еще будет шанс устроить овации. Завершать сегодняшний вечер мы будем карнавалом. Гриша. Хотел сказать, танцуют все, но нет. Исполняют все. Встречайте. Billy.
что вы, вас так на мало хватило. Ну-ка занимаем места еще раз. У нас же еще не вышли главные герои вечера. Вы что? Все по своим местам. Мы продолжаем. Это всего лишь был последний номер. Господа, встречаем. Simply the best, настоящий. Ребята, выходим. Наши дети прекрасные выходят на сцену, а вы хотели убежать. Ох, ребята, это никуда не годится. Но это, я думаю, дома уже с вами поговорят. Значит, пока наши дети выходят, я хочу сказать вам прежде всего всем огромное спасибо. Мы старались очень сегодня этот концерт, это шоу сделать. Много месяцев очень это все происходило. Детей мы замучили просто до последнего уже изнеможения. Но вот посмотрите на них, какие они все прекрасные, какие они все радостные, счастливые. И надо сказать еще обязательно, что не только дети. Сегодня наши концертмейстеры Ирина Александровна Фирсова и Екатерина Сергеевна Елизарова. Тоже выходите к нам, пожалуйста. Наши учителя – это Евгений Петрович Якушкин, а на плечу Владимир Петрович, компаньон Александр Сергеевич. Друзья, это только первый концерт за 30 лет. Я надеюсь, в следующий раз мы встретимся не через 30. Это очень бы хотелось. Вот. И мы сейчас не сможем, конечно, просто физически объявить все фамилии этих детей. Вы их все знаете. Это все наши ребята. Наши ребята. Вот, поэтому мы практически заканчиваем. Я хочу единственное пригласить на сцену человека, который, да, еще наши, чуть не забыл, еще же наши танцы. Девочки, мальчики, где наши танцы? Вот они. Вот они, прекрасные, прекрасные. Подарили нам сегодня настоящий вальс. Я хочу на сцену пригласить человека, который обязательно сегодня должен выступить. Это человек, в чью честь назван, собственно говоря, зал, в котором мы все сидим. Виктория Георгиевна Щепина. Виктория Георгиевна, идите сюда. Человек, который подарил музыку стольким людям, стольким детям. Почему? Вот мы сейчас смотрели концерт, ведь это великолепно, правда? Мы не можем видеть своих мальчиков, девочек, равнодушных. То, что они нам сегодня показали, это достижение, микрофон. Конечно, это достижение всей школы. Микрофон, говори. Это достижение, я хочу сказать, что здесь аутопись не научилась, уже вернее разучилась за эти годы. Значит, надо не забывать одно, что наша школа стоит настолько на правильном пути. Вот если мы и дальше будем вот так вот работать с нашими детьми и развиваться, я не знаю вообще, куда мы придем, куда выше. Но еще есть куда идти. Я думаю, я хочу поблагодарить всех ребят,
Вы сегодня все умники. Самые настоящие умники. Я очень рада, что среди этих умников, конечно, я здесь впервые я увидела внука на сцене. Это для меня уже праздник. Вот. Значит, наверное, путь ее все-таки будет сюда, потому что девочка тоже упомянула, это уже хорошо. Потом я хочу сказать спасибо родительскому коллективу. У нас всегда школа отличалась тем, что у нас был замечательный родительский коллектив, который принимал участие во всех делах нашей школы. Я хочу очень сильно поблагодарить всех педагогов, то, что делает отдел вот, последние годы. Ну, вот замечательно. Почему я на это обращаю внимание? Потому что я сразу, у меня перед глазами проходят все эти года, боже мой, у нас же ничего не было, ничего, ни педагогов, ни инструментов, ни, конечно, на концерте, если мы принимали один номер, это было уже, ну, великое достижение, у нас ударник играет, а сейчас смотри, что делать, хоть прямо через месяц делаем новый концерт, я вот уверен, что еще найдутся номера. Ну, конечно, хочу очень благодарить, как и в каждом коллективе. Все зависит от человека, который мне очень импонирует. Почему? Я сама не сплю, и другим не даю спать. Вот то же самое сейчас делает Сергей Александр Сергеевич. Я думаю, что вот и тот альянс, который у него создался со всеми педагогами этого отдела, он должен принести великолепные результаты. И, конечно, я уверена, не знаю почему, но вот... Я предвижу вообще много чего. Я уверена, что и второй Сергеевич, Юрий Сергеевич, он тоже, в конце концов, скоро придет и будет вот отсюда с вами разговаривать. Ну вот уверена я в этом. Это я очень благодарна школе, благодарна вам всем родителям, благодарна тому, что у нас школа есть, была есть и еще очень-очень и очень много. Спасибо. Друзья, остался только один единственный человек, который вел нам сегодня весь этот концерт. Анастасия Акимова. Настенька, иди сюда. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам за то, что вы пришли. Вы молодцы. А теперь, чтобы всем было веселее, музыка.